У нас нету ничего для кабардинского языка. У нас сказок нету, у нас стишков нету, у нас литературы никакой. Мы сидим, переводим русские сказки на черкесский язык. Да, вот так делаем. Или же песни вообще не... Вы черкесизируете эти сказки, да, или оставляете... Мы переводим полностью как адаптируете. Возможно, как возможно, да. Например, песни... Я прошу прощения, а неужели в Нальчике и в других городах Северного Кавказа не издаются такие красочные книги? Издаются. Но вы не получаете. Все, потом эта ситуация будет изменена. Песенки на черкесском языке, у нас утренники бывают, английский язык все у них есть, арабский все есть, а черкесского ничего нету, мы переводим. Недавно мы сделали русскую песню «Мама», перевели на черкесский язык и ее пели. А переводите вы? Да. И еще песня «Маленькая страна», я взяла тоже музыку, но на замечательно, черкесский язык поставила. Замечательно. Вот так делаем. Игры, дидактические игры, все с русского языка переводим, делаем на черкесский язык. Стараемся не быть хуже, чем английский язык и арабский. У них все возможности есть. Всевышний вас наградит за все усилия. Сейчас я хотел бы узнать, все-таки ощущаете ли вы какой-либо интерес, какую-либо заботу от абхазо-адыгских республик Кавказа? Мы их видим, когда они в гости к нам приезжают. Нам очень приятно их видеть, встречать, общаться с ними. Но все нас, они как гости. Ведь там есть разные министерства, ведомства, которые обязаны. Пока что мы не получили. То есть такой заботы нету? Я вас уверяю, Майя. Я не хочу терять вот ихнюю помощь. Приезжали вот как же его фамилия? Он президент. Президент абхазский. Уточним мы, но он... Президент из Абхазии? Да, не президент сам, а организации какой-то. А, из Абхазии. Да. И что они сделали? Они нам для именно черкесского языка 1000 долларов сказали. Выделили. Да, ничего себе. И поэтому не хочу... Это мне очень приятно слышать. И они сказали, даже чем мы можем вам помочь, видеокассеты... Это мне, вы знаете, как мед по сердцу, да, по душе. Это мне очень радостно слышать. Мы еще уточним, я очень сильно извиняюсь, что я не помню его имени и фамилии, но он президент какой-то организации, именно которые вот они приезжали, чтобы те, кто хочет переехать. Я вас уверяю, это видео будут смотреть те люди, которые вас поддержат, обязательно поддержат, потому что то, что я увидел, я просто, а видел я очень мало пока. Но, тем не менее, я хочу до земли поклониться вам за такой труд. Молодцы. Дай Бог вам здоровья. Мы вспомним, у директрисы вспомним. Хорошо. Мы не будем все это... То, что нам кто-то что-то делает, мы не... Все, отлично. Спасибо. Кафе, абсолютно.